приветствую на моем кулинарном канале, заходите в гости. Сегодня мы с вами готовим хлеб. Тесто на этот хлеб готовится очень быстро, без замеса. Все ложкой перемешали и тесто готово. Вода теплая, 35 градусов. Добавляем сахар, сухие дрожжи, растительное масло. Перемешали. Используем деревянную ложку или лопатку. Отправляем просеянную муку. Всю муку отправили. Соль. И все хорошо ложкой перемешаем. Вместили всю муку. Вот такое у нас получается тесто. Накроем пленкой, делаем в пленке несколько отверстий, я сделала 4, и ставим в теплое место. Я ставлю в микроволновку. Тесто подходило 1 час и 40 минут, вот так хорошо оно поднялось. Для замеса теста нам муки понадобилось 550 грамм. Нам еще мука нужна для присыпки стола. Присыпаем стол мукой. Формируем хлеб. Чтобы тесто не прилипало к рукам, присыпаем руки мукой. Складываем тесто конвертиком. В любой форме можно сформировать хлебушек. Противень я застелила бумагой для выпечки и смазала растительным маслом. Прикроем хлебушек салфеткой и ставим в теплое место. Я ставлю в микроволновку. Прошло 30 минут. Вот так хорошо хлебушек поднялся. Духовку разогрели до 210 градусов. В емкость наливаем крутой кипяток и ставим на дно духовки. Здесь у меня 500 мл воды. Ставим кипяток для того, чтобы в духовке был пар. Сверху слегка присыпаем мукой. Острым ножом делаем надрезы. Ставим в разогретую духовку до 210 градусов на средний уровень. В моей духовке хлебушек готовился 40 минут. Перекладываем на решетку, накрываем салфеткой и остужаем. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!